сеткой, слушаю ее патриархальные разговоры. Так писал Пушкин о Просковье Александровне еще в начале своей ссылки, но хотелось бы отметить, что старушке соседке на тот момент было всего лишь 43. Просковья Александровна рано осталась без матери, ее воспитывал строгий своенравный отец, и сама она по характеру женщины была тоже довольно-таки жесткой. Считается, что она явилась прототипом старушки Лариной. Она междуделом и досугом узнала тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Это были строки из Евгения Онегина, а вот как та же Анна Керн вспоминала первого супруга Просковьи Александровны. Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми или варил в шлафроке варенье. Жена же гоняла на корде лошадей и читала римскую историю. Несмотря на свой довольно-таки крутой нрав, Просковья Александровна именно с Пушкиным смогла раскрыть свое сердце и дарить именно ему воистину материнскую любовь. Она была женщиной очень умной, образованной и прекрасно понимала, что заключение молодого глупого поэта в деревенской глуши может быть губительным как для него самого, так и для его творчества. И она делала все от нее зависящее, чтобы хоть как-то облегчить участь ссыльного изгнанника. Однажды она даже пошла на нарушение правил этикета, существовавшего в ту пору. Не будучи представленной, не будучи знакомой с Василием Андреевичем Жуковским, она вступила с ним в переписку, писала ему с просьбой избавить Пушкина от такой страшной участи, как Михайловская ссылка. «Наш Псков хуже Сибири», однажды написала она ему. Из мемориальных вещей хочу обратить ваше внимание. Под окном расположился столик для рукоделия Просковьи Александровны. Здесь же ее кресло, секретер, сидя за которым она могла вести учет расходов и доходов по своему имению. И, конечно же, писать письма. А пользовалась она тем чернильным прибором, который расположился на нижней полочке этой горки. На верхней же полочке находится одна из самых ценных реликвий нашего музея. Это бювар Просковьи Александровны. Наверху на крышке бювара изображен шпиц, а с обратной стороны крышки Просковья Александровна еще при жизни поэта сделала надпись «Вот все, что осталось от счастливого времени моей жизни». В этом биваре Просковья Александровна сохранила всю свою переписку с поэтом. Конечно же, ничто иное, кроме как письма, не сможет нам с вами лучше передать их теплых и дружеских отношений. Однажды Просковья Александровна напишет поэту: «Я забываю о времени, беседуя с вами, любезный сын моего сердца. Будь у меня лист бумаги величиной с неба, а чернил столько же, сколько воды в море, этого все равно бы не хватило, чтобы описать всю мою дружбу к вам». А в последнем письме, отвечая на новогоднее поздравление, Просковья Александровна напишет: «Выдался случай, я спешу послать вам банку крыжовника, поджидавшего вас всю осень. Если бы было достаточно одних пожеланий, чтобы сделать кого-либо счастливым, вы верно были бы счастливейшим смертным на этой земле. Ну а себе на этот год я хочу пожелать лишь одного – повидать вас на протяжении последующих 365 дней подле себя». Но этого уже не произошло, и Просковья Александровна в свой месяц слов внесла запись даты смерти поэта. Обратимся к той теме. Александр Иванович Тургенев проводил тело милого нашего Пушкина, так запишет Просковья Александровна. И действительно, травму поезд. Телом поэта из Петербурга в Святые Горы провожал его приятель. Но в ту пору стояли сильные морозы, они очень торопились, плюс ко всему ямщик хорошенько не знал дороги. Заблудились, по случайности приехали сюда, в Тригорское. А как потом вспоминала младшая дочь Просковьи Александровны Екатерина, вот случай, словно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу, не простившись с Тригорским и с нами. А здесь также вы можете увидеть копию посмертной маски поэта. Оригинал Просковья Александровна подарила в Дербцкий университет профессору Росбергу. Дербц – это ныне Тарту, Эстония. Преданная памяти Пушкина Просковья Александровна сохраняет в этом доме все вещи, которые так или иначе были с ним связаны. Письма, подарки, издания произведений. И однажды она велела ничего в этом доме не менять. Таким образом, Просковья Александровна явилась создательницей первого Пушкинского музея в России. А как писал историк Семевский, именно этот дом и было то убежище, где физически, а еще более нравственно отдыхал бессмертный поэт наш. На этом наша экскурсия с вами подробно завершается. Выходим через черное-синее крылечко и переходим к парковой экскурсии.